Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность приветствовать вас из студии «Конец времени» на исследовании книги «Откровения». И прежде чем мы начнем, или лучше сказать, продолжим исследование книги «Откровения», хотелось бы сердечно поблагодарить Господа за ваше участие и поддержку видеопрограмм в этой студии, где мы вместе можем наслаждаться вернейшим пророческим словом. Слава нашему Господу, дорогие друзья, за каждого из вас! И сегодня, в начале этой встречи, хотелось бы напомнить, что 13 глава книги Откровения описывает два промежутка пророческого времени. С 1 по 10 стих 13 главы включительно описывается действие малого рога, который будет действовать в протяжении 42 месяца. И если говорить языком книги Откровения, время, времена и полвремени, или 3,5 года. Это одно и то же время. И в 1798 году этой системе была нанесена смертельная рана французской революции. А с 11 текста и по 18 включительно 13 главы описывается действие отступившего протестантизма в конце мировой истории, с помощью которого смертельная рана исцелевает, и дивится вся земля, следя за зверем. Точно такая же картина описывается в книге пророка Даниила. И на предыдущей встрече мы обещали, что мы рассмотрим пророчество 13 главы книги Откровения в 11 главе книги пророка Даниила, который подетально описывает богохульную экспансию малого рога. Поэтому цель этой встречи – рассмотреть более широко пророчество 13 главы в ключе всего библейского повествования. Для начала давайте откроем 11 главу книги пророка Даниила и посмотрим, как пророк Даниил, описывая события, которые произойдут в конце времени, как он желает подчеркнуть чудовищную подделку сатаны, который будет действовать в сынах противления через человека греха, сына погибели. Пожалуйста, давайте откроем 11 главу книги пророка Даниила и начнем читать пророчество относительно времени, которое касается непосредственно народа последнего времени. Если внимательно рассматривать 11 главу целиком, как она есть, то мы находим с 1 по 31 стих включительно описывается действие иудейского народа, как они отнесутся к божественному предостережению. Другими словами, как они приготовятся для встречи с Мессией. Во-первых, они в 14 тексте 11 главы поднимают бунт. В 22 тексте в 11 главе предан будет смерти Христос и не будет. И в 31 тексте разрушается город и святилище, и ставится мерзость запустения. То есть 1 и по 31 стих, включительно 11 главы, описывается промежуток времени, который отведен божественным провидением в книге пророка Даниила для иудейского народа, чтобы они достойно приготовились для встречи Мессии, который пришел в этот мир и объявил им юбилейный год.
С другой стороны, с 32 и по 39 стих этой главы описывается богохульное шествие Малого Рога, если говорить языком Нового Завета, по истории средних веков. Говоря современным языком, с 32 по 39 стих включительно описывается богохульная экспансия католицизма средних веков. А с 40 текста и по 3 стих 12 главы, это один промежуток времени в пророчестве, описывается то, что будет происходить после того, как смертельная рана зверя исцелевает. Более того, книга пророка Даниила помогает увидеть, как отступивший протестантизм будет способствовать выходу на мировую арену католической системе, которая была остановлена французской революцией в 1798 году. Для этого давайте начнем читать пророчество 11 главы, начиная с 40 текста. Давайте посмотрим, о чем нас предупреждает пророк. 40 стих 11 главы. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Для пророка Даниила выражение «под конец времени» – это эсхатология, то есть учение о конце времени. Изучая Новый Завет и слова Иисуса из 24 главы Евангелия от Матфея, мы находим, что перед самым вторым пришествием, то есть в конце времени, перед вторым пришествием Господа Иисуса на эту землю в великой славе, придет Антихрист с армией лжепророков, даст знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Поэтому выражение, которое использует пророк Даниил «под конец же времени», а у пророка «конец времени» – это истечение 2-300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Под конец этого времени, то есть не в 1844 году, а те события, которые немного предваряют 1844 год, то есть в 1798 году, под конец истечения 2-300 вечеров и утра, именно под конец этого времени царь северный устремляется, как вихрь, буря и наводнение. И нам, как народу последнего времени, следует учиться мыслить библейскими категориями и ответить на вопрос, что для пророка Даниила представляет культовые выражения в пророчестве «буря», «вихрь» и «наводнение». Для этого давайте откроем несколько мест. Первое место возьмем из книги пророка Исаии, которая описывает нам Богоявление. И давайте посмотрим, как Исаия описывает Богоявление в 30 главе своей книги, в 30 тексте. «И возгремит Господь величественным глазом Своим, и явит тяготеющую мысль Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде». Для пророка Исаии Богоявление происходит в буре, в вихре и в наводнении. И слово «наводнение» буквально переводится как слово «поток». Подобно во времена Ноя Бог при своем пришествии смоет все нечестие. Только добавлено в вихре, в буре и в каменном граде.
Другими словами, для пророка Исаии Бога явление ассоциируется с потопом, как после потопа останется небольшой остаток. Давайте в пользу такого подхода откроем книгу пророка Наума. Нам интересна первая глава и прочитаем несколько текстов из этой книги. Книга пророка Наума, нам интересна первая глава, 3 стих прочитаем и 8 стих прочитаем. Пожалуйста, 3 стих смотрим. «Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания в вихре, в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его». Точно такие же слова Исаия использует, описывая Богоявление. И в 8 тексте Наум говорит, что пришествие Господа будет как потоп. Давайте смотреть. «Но всепотопляющим наводнением разрушит он до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Нетрудно заметить, дорогие друзья, если пророк Исаия и пророк Наум, описывая пришествие Господа, пришествие которого будет в пламенном граде, в вихре и в потопе, чтобы смыть все нечестие с этой земли, то пророк Даниил использует слово «как». Если Исаия, повторим, и пророк Наум говорит, что Бог шествует в вихре, в буре и в наводнении, то пророк Даниил, описывая шествие богохульной системы, использует слово «как вихрь», «как буря», «как наводнение». Если Бог приходит в буре, в вихре и в наводнении, то сатана имитирует это «как». То есть Даниил описывает конец времени и подчеркивает чудовищную богохульную экспансию малого рога, который должен выйти на мировую арену после того, как у него смертельная рана исцелеет. И дальше пророк Даниил будет свидетельствовать о том, как отступившие церкви от настоящей истины будут способствовать выходу северного царя на мировую арену, который будет остановлен не рукою. Камень оторвется от божественной горы и разрушит это нечестивое объединение. Давайте посмотрим, как об этом Даниил говорит. Дальше будем смотреть текст за текстом, чтобы увидеть, каким образом сатана возвратит северного царя. В книге пророка Даниила «Малый рог» представлен в образе северного царя, чтобы подчеркнуть статус Вавилона, потому что Вавилон назван в пророчестве Северным царством, которое объединяет возле себя всех нечестивых. А в книге Откровения он описывает ту же самую систему, как зверя, выходящего из моря, и объединяет вокруг себя всех нечестивых. Давайте прочитаем 41 стих. «И войдет он в прекраснейшую земель, и многие области пострадают. И спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». Нетрудно заметить, дорогие друзья, что Даниил, описывая события последнего времени, использует язык прошлого. Вспоминая историю исхода, мы находим, что Бог вывел свой народ из египетского рабства и вел их в прекрасную землю, где течет молоко и мед. И в то же самое время все области пострадали от рук Израиля. Но парадокс, что Едом, Моав и Аммон не пострадали от рук Израиля.
Почему так происходит? Даниил желает подчеркнуть великую и дерзкую подделку сатаны, о которой сказал Иисус. Он придет, даст великие знамения, чудеса с целью, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Давайте посмотрим, когда Бог выводил свой народ, что произошло со множеством областей и как спаслись от рук Израиля Едом, Моав и Аммон. Для этого нам нужно открыть вторая глава книги Второзакония, где Господь дает указания своему народу. Давайте прочитаем 4 и 5 тексты из этой главы. «И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Мы знаем, что Исав по причине продажи первородства получил прозвище Едом. Другими словами, во время исхода израильского народа Едом не пострадал от рук Израиля, как все другие области. Точно так же был спасен и Аммон и Моав. Давайте посмотрим отрывок 8-9 стих из этой же главы. «И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Ецион Гавера, и поворотили и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение». Потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Мы видим, что Бог также дал поручение, чтобы Израиль не воевал с Моавом, в то время как все области пострадали от рук Израиля. Но Едом, Моав и Аммон не пострадали от рук Израиля. Давайте посмотрим, что касается Моава. Нам интересен отрывок. Давайте прочитаем с 18 текста, чтобы увидеть, что и аммонитяне были спасены от рук Израиля. 18 текст и дальше. «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними в вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотова». И если читать дальше книгу Второзакония, 4 и 5 главу, все области пострадали от рук Израиля, за исключением, как мы отметили выше, Едом, Моав и Аммон. Сатана, зная всю священную историю, чтобы выдать себя за Бога, и он, так скажем, ведет себя как Бог, и Даниил желает показать на истории прошлого чудовищную подделку. Более того, в одни пророка Даниила таких народов, как Едом, Моав и Аммон, не существовали. Но пророк Даниил использует их как образы, чтобы показать, так скажем, лютую ненависть отступившего протестантизма против верного остатка. Едом в древности продал свое первородство за чечевичную похлебку и ненавидел лютой ненавистью своего брата Иакова. Это потрясающая иллюстрация, которая указывает на события последнего времени.
Подобным образом все отступники, которые продали свое призвание за чечевичную похлебку, за благо этого мира, они ненавидят тех, кто любит и отстаивает настоящую истину. Что касается ОМОНа и Моава, то это люди, рожденные от кровосмешения. В 19 главе книги «Бытие» мы находим, что эти народности возникли, когда дочери Лота напоили его вином и переспали с ним. От этого кровосмешения появляются эти народы. И именно вот это нечестивое объединение на протяжении всего Ветхого Завета проявляло лютую ненависть и бесовскую нетерпимость к израильскому народу. Даниил использует эти народы, которые уже не существовали в его время, чтобы показать картину будущего, как отступивший протестантизм будет ненавидеть верный остаток, который проповедует трехангельскую весть. Отступивший протестантизм спасается от руки северного царя. Именно отступивший протестантизм в книге Откровения способствует выходу на мировую арену зверя, у которого смертельная рана как бы исцелела. Поэтому книга пророка Даниила более широко открывает библейские горизонты на пророчество 13 главы книги Откровения. Но давайте смотреть дальше, как пророк Даниил описывает чудовищную подделку сатаны, который желает вывести человека греха, сына погибели, чтобы посадить его в храме Божьем, чтобы выдать его вместо Бога. И для этого сатана будет использовать отступивший протестантизм, который, подобно Едому, продал свое первородство за чечевичную похлебку, который, подобно Мааву и Амону, смешался через семя человеческое для того, чтобы восстать против всемогущего Бога, устраняя Богом установленные заповеди. Давайте посмотрим, о чем говорит пророк Даниил в 42-м тексте. Не будет лишним напомнить, дорогие друзья, что каждый текст 11 главы книги пророка Даниила, начиная с 40-го текста, описывает чудовищную подделку сатаны под действие Бога. Точно так же, как это мы нашли и в 13 главе книги Откровения, где каждый стих подчеркивает богохульную, так скажем, подделку сатаны, который мечтает посадить человека греха, сына погибели, в храме Божьем. Давайте посмотрим 42-й текст из 11 главы. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». А разве, когда Господь совершал знамения и чудеса в Египте, земля египетская спаслась? Моисей поднимал руки к небу, и вся земля египетская страдала от руки Господа. Поэтому сатана... Не будет лишним напомнить, дорогие друзья, зная библейскую картину, действует по библейскому сценарию. И эта мысль продолжается в 43-м тексте 11 главы. Давайте посмотрим, то есть добавляет картину 42-го и 43-го текста. «И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и фиапляне последуют за ним». Но давайте вспомним 12 главу книги «Исход». Нам интересен отрывок с 34 по 35 стих. «Завладел ли Израилем золотом и серебром Египта?» Давайте посмотрим, как об этом сказано в
12 главе книги Исход, где Бог дал поручение израильскому народу. 12 глава, нам интересен 34-35 тексты. «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни, завязанные в одежды их, были на плечах их. И сделали сыны Израилева по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Разве это не указывает на то, что сатана действует по библейскому сценарию? Чтобы выдать себя за Всевышнего, он действует подобно Всевышнему. И не будет лишним напомнить, дорогие друзья, если великий Бог шествует в вихре, в буре и в наводнении, то сатана шествует как? Он сымитирует второе пришествие Господа для того, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Поэтому учение о последнем времени обязывает нас читать пророчества в ключе великой подделки, в ключе великого богохульства и нечестивого объединения всех отступивших от настоящей истины. Они возненавидят верный остаток и, так скажем, выставит верный остаток в ложном свете. Поэтому Иисус сказал здесь: «Вера и терпение святых». И давайте смотреть, когда нечестивая власть завладевает сокровищами серебра и золота Египта, то ливийцы и эфиопляне следуют за ним. Мы, как народ, призваны следовать за Агнецем, куда бы он ни пошел. Но для пророка Даниила выражение, что ливийцы и эфиопляне следуют за нечестивой властью, свидетельствуют о том, что это люди, обманутые сатаной. Они только думают, как и люди в 13 главе, что они поклоняются Богу, но они поклоняются зверю, которому власть дал дракон. Другими словами, ливийцы и эфиопляне следуют за северным царем, думая, что это Бог. Давайте откроем 30 главу книги пророка Иезекииля и посмотрим отрывок, который описывает последнее время, то есть описывает пришествие Господа на эту землю и что будет происходить перед самым его явлением. Во-первых, надо отметить, что это пророчество касается Бога явления на эту землю. Первый стих смотрим. И по третий включительно прочитаем. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества, и скажи, так говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день, близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Из четвертого и далее текстов описывается предостережение, о котором говорит Даниил в 11 главе в 43 тексте, что ливийцы и эфиопляне после того, как нечестивый северный царь завладевает сокровищами золота и серебра Египта, эфиопляне присоединяются к северному царю, думая, что он Бог. Давайте посмотрим, как Иезекииль дополняет эту пророческую картину. С четвертого текста смотрим и дальше. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, как в книге пророка Даниила в 11 главе в 43 тексте, и основания его будут разрушены». Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Ху,
и сыны земли завета вместе падут от меча. Даже сыны завета вместе с обманутыми людьми, которые следуют за царем северным, думая, что это Бог, падут от меча. Те люди, которые не уверовали в настоящую истину, падут от меча, попадут под обольстительные действия сатаны, который придет с армией лжепророков, который будет использовать отступившие церкви от настоящей истины, которые представлены в книге пророка Даниила как Едом, Мав и большая часть сынов Амоновых. Если читать текст, как он написан в оригинале, то лучшая часть сынов Амоновых, отборная армия, приготовит сатана, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Он обучит специальных людей, лучшую часть, отборную часть сынов Амоновых. Эти три народности всегда мечтали уничтожить Израиля. И книга пророка Амоса начинается словами: «За 3-4 преступления Едома не пощажу его, за 3-4 преступления Моава не пощажу его, за 3-4 преступления Амона не пощажу его». Почему? Потому что они разрубали беременных пополам. Поэтому чудовищная ненависть была проявлена этими народами в отношении родственного им Израиля. Вот почему пророк Даниил использует их в описании последнего времени как образы, чтобы предостеречь Божий народ, который любит настоящую истину. И дальше мы находим, что Ливия и Эфиопия присоединяются к этому богохульному шествию, и даже сыны завета попадают под это влияние. Но у Бога был, есть и будет верный народ, который провозглашает весь предостережение. Если царь северный идет, то, если говорить таким образом языком, горизонтально по широтам земли, наполняя богохульством, то истинный Бог приходит с небес, а Иисус сказал, что Он придет от востока, и вся земля осветится от славы Его. Поэтому в 44-м тексте эта весть о том, что Иисус идет с востока, тревожит царя Северного, тревожит римо-католическую систему, у которой смертельная рана должна исцелеть, так скажем, при помощи отступившего протестантизма. Давайте посмотрим, но прежде хотелось бы еще напомнить деталь из 67-го псалма. Когда Бог совершал исход своего народа, у Бога был план, чтобы Ливия и Эфиопия присоединилась к истинному Богу. Давайте посмотрим, прежде чем мы будем читать 44-й текст, где описывается лютая ненависть северного царя и всех отступников в отношении верного остатка. Давайте откроем книгу «Псалтырь». Нам интересен 67-й псалом. Весь псалом описывает исход израильского народа. И мы смотрим 32-й текст, и давайте посмотрим, прочитаем 32-й стих. «Придут вельможи из Египта, Ефиопия прострет руки свои к Богу». Из этих слов очевидно, что у доброго и любящего Господа был план в отношении Ефиопии и Ливии, чтобы они присоединились при исходе израильского народа к шествию Бога и прославляли истинного Бога. Сатана, зная эту историю, делает от себя все возможное и обманывает тех людей,
вера которых не основана на настоящей истине. Их вера основана на преданиях человеческих. Но есть люди, которые любят настоящую истину для своего спасения и, видя богохульную экспансию царя Северного, они провозглашают весть, что Иисус придет с востока, а небесный Бог, истинный Бог, восседает на севере. Давайте посмотрим. Эта весть тревожит северного царя, и он выходит в лютой ярости и ненависти, чтобы истребить верный остаток. Давайте посмотрим, как об этом записано в 44-м тексте в 11 главе. «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». В первую очередь хотелось бы напомнить, что в 12 главе книги Откровения, в 12 и в 17 текстах было сказано об этом, что «и вступил дракон в брань с прочими от семени ее, которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса». Эта чудовищная ненависть повторится в конце времени. Северный царь приходит в великую ярость против тех, кто провозглашает, что Иисус, Господь господствующих и царь царей, грядет с востока. Его тревожит та весть, что Бог, истинный Бог, восседает на севере. Он приходит в величайшую ярость. И в 45-м тексте давайте посмотрим, что делает северный царь, или лучше сказать, что пытается сделать северный царь, чтобы заглушить голос трехангельской вести, который тревожит все нечестивое объединение. Давайте прочитаем 45 стих 11 главы. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Северный царь раскидывает царские шатры между горой преславного святилища и морем. Из пророчества мы знаем, что море в пророчестве представляет людей, племена, языки и народы, а гора преславного святилища представляет Бога и его империю. Во второй главе книги пророка Даниила мы находим, от этой горы отрывается камень без содействия рук и уничтожает истукана, который символически представляет нечестивое объединение, которое шествует по всему лицу земли вплоть до второго пришествия нашего Господа. Северный царь желает заградить путь людям, чтобы люди не обращались к истинному Богу, который восседает на севере, чтобы люди не обращались к Иисусу, пришествие которого верный остаток ожидает с востока. Его пришествие будет способствовать тому, что вся земля осветится от славы его. Поэтому царь Северный делает от себя все возможное, чтобы свести к нулю провозглашение трехангельской вести. И пророк Даниил говорит, что он придет к своему концу, и никто не поможет ему. Точно так же, как и во второй главе, камень отрывается от божественной горы, и истукан возвращается в прах. И дальше пророк Даниил в трех стихах 12 главы, это составляет единое целое с пророчеством 11 главы, 40 по 45 стих, Даниил говорит, что именно в это время, когда царь Северный
устроить, так скажем, в этом мире богохульное шоу, в этих, так скажем, капищах, да, знамения и чудеса, чтобы прельстить эти народы, чтобы эти люди не обратились к Богу, который находится на горе преславного святилища. Настает время тяжкое. Давайте посмотрим, 12 глава. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И в книге Откровения мы находим, что имена последователей Иисуса записаны в книге жизни у Агнеца, который заклан от создания мира. Сатана, зная все это, желает заградить путь, желает сделать о себе все возможное, чтобы как можно меньше людей были записаны в книге жизни у Агнеца, поэтому он делает от себя все возможное, применяет все свои бесовские силы, он применяет, так скажем, чудеса, знамения, чтобы обольстить, если возможно, избранных. И пророк Иезекииль, вдохновленный Святым Духом, провозглашая весть о последнем времени, говорит, что левийцы и феопляне следуют за ним, даже сыны Завета. Разве это не должно предостеречь нас, как народ последнего времени? Мы ожидаем славного пришествия Иисуса, но Иисус из великой своей любви предупредил, что перед его пришествием будет чудовищная подделка, и мы можем противостоять греху только в силе Божьей, только благодаря настоящей истине. И Божий народ, как говорит пророк Даниил, переживет время тяжкое, потому что сам Иисус, который назван Михаилом, встает за своих верных детей. И второй, третий стих описывает воскресение мертвых, праведных и нечестивых. Это напоминает нам и указывает на тесную связь с книгой Откровения. Трехангельская весть заканчивается двумя жатвами. Настает время тяжкое. Иисус обращается к тем, кто провозглашает трехангельскую весть. Он говорит: «Блажен умирающий в Господе». И описывается две жатвы. Первая жатва тех, кто уверовал в настоящую истину и желает отстаивать истину для своего спасения. И вторая жатва нечестивых. И Даниил говорит, для чего Бог воскресит нечестивых из мертвых. Давайте посмотрим второй, третий текст. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной» – это первая жатва, а вторая жатва, а другие – на вечное посрамление и поругание. И разумные, которые будут воскрешены Господом при его явлении, разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Обратившие многих к правде, тех, кто следует за северным царем, те, которые следуют за зверем, у которого смертельные раны исцеливают, и они девятся и поклоняются зверю, и говорят: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Разумные в это время призваны провозгласить трехангельскую весть, то есть вразумить многих, которые не могут отличать левой руки от правой. Поэтому пусть добрый и любящий Господь благословит нас, чтобы мы встали на сторону настоящей истины. И, конечно, хотелось бы сказать, дорогие друзья,
книга пророка Даниила универсальна для народа последнего времени. И книгу Откровения невозможно полностью понять без книги пророка Даниила. Эти книги дарованы нам небом, чтобы предупредить нас, чтобы укрепить нас в настоящей вере, в настоящей истине, чтобы мы могли отбивать все стрелы лукавого. Поэтому мы решили сделать диалоговую программу, чтобы подетально рассмотреть ключевые связи между этими двумя удивительными книгами и, самое главное, проследить то предостережение, на которое указывает пророк Даниил, что царь Северный в конце времени устроит крепость с чужим богом. А для этого давайте прочитаем 38 и 39 тексты из 11 главы. «Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Нетрудно заметить, дорогие друзья, что пророк Даниил, описывая действия северного царя, подчеркивает трижды, что царь Северный, перед тем, как выйти ему на мировую арену, для того, чтобы выдать себя вместо Бога, он утверждает твердую крепость с чужим богом. Кто такой чужой бог? И какую крепость устроит царь Северный с этим чужим богом, чтобы выйти на мировую арену и выдать себя вместо Бога, чтобы все последовали за ним, думая, что Бог пришел на эту землю? Пусть добрый и любящий Господь благословит каждого из нас для дальнейшего исследования этого удивительного пророчества. А ему слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.